Танта отдала заключение, что в тайнике на квартире Петровой неоднократно хранился золотой песок. Путем повторного осмотра квартиры Петровой и Меленко нам удалось взять два отпечатка пальцев, принадлежащих мужчине. По картотеке не проходят. А вы знаете, отпечатки пальцев, которые прислал Жуков из Нардына, по картотеке не проходят. Действительно, не проходят. Но ваш знакомый Козел оказался человеком дотошным. Он позвонил в УГРО и просил передать, что узел на мешке завязан, как он сказал, парашютно. Парашютно-то парашютно, подумал я. Но идентичный случай на Кавказе с таким же узлом потребовал больше внимания. Я поручил изучить детально этот вопрос. И что вы думаете? Оказалось, такие же узлы были разработаны немецкими десантниками из Абвера в 1941 году при операциях в Норвегии и на Крите.